сегодня и грешен. Создавный, Господи, помилуй меня. Бесчеславно согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Сидят нищие, насытятся, восхвалят Господа, взыскающие его, и жива будут сердца их век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву Пречистой Тебе Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже милостивый, будем не грешны. Создай меня, Господи, помилуй меня, бесчеславно согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй и благослови. Вот о вашем здоровье, безопасности, заботится президент даже. Погибают дети. Почему? По глупости. По глупости старших и по вашему неразумию. Сейчас смотрю, вот Вика залезла на самую вершину столба и сидит там. Только что зачем залезла? Зачем? Ну, турник есть маленький, подтянулась. Это подбежала, подтягивается на турнике. Ну, приятно смотреть. Девчонка, то ноги только вытяни, чтобы ровно были. А ты как-то начала ими как каракатиться. Поняла? Не делать этого, не лазьте. На турник не садитесь, который так. Ты теперь рос, упала, шейный позвонок лопнул. Ну, невозможно усмотреть. Смотри, сколько у нас игр. Там играет и... Ну, сама за себя-то маленько, дай ума. Мы сейчас были в храме. Сегодня 6 июля. Завтра день Иоанна Крестителя. Память его, притечи. Мы о вас молились. Как они себя вели? Нормально. Ну, нормально. Значит, Господь услышал молитву. Не пачкай себя пальчиками. Дождь идет. Вот эта вот грязь, это растерли грязь. Ну, можно было обойти. Мы недавно только насыпали землю. Вот подходит, гляжу, и начинает ее растирать. Эту только отогнал, не успел дойти до туда, обернулся, вторая подходит, больше ростом стоит. Что, родню нашла? Ну, теперь эти качаются. Там доска, двойная доска, это тяжелая, намокшая. Качаются на качелях, это понятно. Ты-то зачем стоял, рот разинул? Зачем? Объясни. Выйди сюда. Зачем ты стоял рядом? Я не знал, как обойти. Да сколько места-то вот, зачем же ты туда, где качели-то стоял-то? Он-то тебя не видит, он тебе по шалобану-то стукнет, и там мозги вылетят. Для вас все сделано как надо. Стоит, а тот качается. Ты можешь сесть, качаться можешь, но когда другой качается с такой силой идет, он не видит тем более тебя. Ну доска тебе по лбу стукнет, что будет? Я умру. Умрешь ты. И мама плакать будет, и папа слезами зальется. Я умру. Правильно. Как девочку спрашивает, что такое ад? Помните, Джейнер? Это яма полная огня. А он решил ее проверить. А что нужно сделать, чтобы туда не попасть? Это надо не болеть и никогда не умирать. Он аж опешил сразу. Он не ждал такого ответа. Никогда не умирать. Никогда не умирать. Ты только жить начал. И эти стоят двое, точно так же двое. Ну-ка иди сюда. Выходите, выходите. Соня, Маша, вышли. Когда те качались на тарзанке, вы зачем там стояли рядом? Это опасно. Он оттуда летит, у него вперед ботинки, он качается правильно, этот, он, Максим-то. И ты стоишь рядом, смотришь. Ну, хороший парень, понятно, где-то. Ну, когда он слезет с качели, тогда и посмотришь на него. Ну, дайте ему хоть покачать это маленько, без внимания-то. Стоят на него, смотрят. Ну, подождите. Понятно? Вы правила соблюдайте, стань. Мы сделали все возможное для того, чтобы вам было интересно. Ну не плачь, в следующий раз подойдешь, посмотришь еще. Глаза не три, это грязные руки-то, подожди. Подожди, ну не утешай, не надо это. Отойди от нее. Ты можешь помочь руки вымыть. Вода течет, там стояла ведерко. Почему убрали? Вода течет мимо. Почему? А они моют руки с мылом. Да мыли-то в обед или когда? Время-то сколько прошло? Рядом три ведра наполнены водой, тоже непонятно зачем. На ночь убирайте все. Сегодня вот Владимир Александрович пек хлеб. В час ночи собака заливается как. Сережины собаки лают, не с места никто. А батюшки на овечке голову в кустах находят. Приезжают, воруют, едят. Почему? Никто не охраняет. Рядом дом никто не живет, с другой стороны никто не живет. И напротив спит глухой. Я хоть все растащили, слышу. Чего же овечек-то не брать-то, если неверующие-то? Готовые, сытые, их напасли, бери, тащи, режь. Такого нет.
Хороший пастырь за одной потерянной овцой идет в горы, как рисует, спустился на выступ и нашел, она упала. Это понятно? Мы плохие пастыри. Мы пасли овец корчинских. Прямо вот здесь вот рядом. Прям рядом. Прям совсем рядом. Так мы подвели электричество. Щелкнем, везде фонари загораются. 2-3 собаки бегают на проволоке везде. Там много охотников было. И рядом вагончик стоит. Мы в вагончике двое. Все, ружье под голову. И они все знали это и боялись, и никто не подходил. Ни одной овцы не потеряли. Их там 1200 было, наверное. Вот как надо работать. Я вспомнил, Игнатий Иванович, было замечание, неблаговейное отношение к молитве. Трое вышли. У кого? Кому я замечание сделал? Вышли втрое. Походи. Че? Пели Царю Небесному, а они там давай смеяться. То есть... Друг друга нашли, дождались, встретились, да? Вы доехали сюда, в православный лагерь. Лагерь Царю Небесному, Духу Святому, песнопения, давай смеяться. Они в одной этой келье? Да, в одной. В одной разделить. Они обязательно будут безобразничать ложиться. Если ты будешь ложиться, будешь разговаривать, тебя оттуда на улицу, и ты будешь 2 часа комаров кормить. Ты уснешь очень быстро. А эти 2 часа разделят на 4 дня по полчаса. Дадут тебе прутик и будешь охранять стоять. Ноги вместе держи. Только морские пехотинцы стоят, потому что так. Они на корабле, корабль качается, чтобы упереться. Чё, да чего смеялся? Чего смешного? А? Посмешили. Ну а кто смешил-то? Андрей кривлялся. Егор. А? Егор. Егор. Что, клоун к нам приехал? Смешить не надо. Горе смеющимся написано. Горе. Надо задуматься о тебе. Как болячки избыть. Как не забыть, что знал. Как хорошему уехать отсюда. А начинайте кривляться, такую дурь гонишь там. Землю берешь на стол. Здоровый уже, ты же парень-то большой. Маленько думать надо. На вас жалоба. Сами подумайте, что делать. Просто так это оставить нельзя. Это православный лагерь. Я не говорю, как называется этот грех. Подумайте, сами мне скажете, как вас наказать. Отдельно пошепчитесь. Платочки у всех? Да. У меня есть. У меня 2 часа есть. Гнатин, дари. У кого нет? Ну покажи. Чего улыбишься? Ну дуй за листиком. Встань. Ну ладно, встань. Встань. Не... Зачем это нужно? Так, у кого еще нету? У меня есть. Так, вы знаете, что делать надо. За стол молча тихо. Потом между собой посудите, какое вам дать наказание. Какое? Я уже знаю, какое. Надо, чтобы вы сами додумались. Все, за стол. Садитесь. Садитесь, мои добрые. Получается, садись, садись. Да мы только из-за стола, спаси. А? Только из-за стола, спаси Христос. А что храм забыли? Да нет, дома молились. Но... Я думал, может, не сказали, а Витя тоже забежала с Неонилией, она говорит, тоже не знала. Нам позвонили. Не забываешь, что ты пишешь? Да нет. Нет, нет. Я хотел к вам поехать. О. Так, постарайтесь так сесть, чтобы друг от друга подальше были. Локти убери, локти. Вот сатана будет искушать теперь все время. Так, уже лег на стол. Положи ложку и от стола шатнись. Ложку положи на место. Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Во славу Божию, ешьте до сыта. Так, воды давайте вечером совсем мало. Там чуть-чуть, глотка 2. Достаточно того, что суп есть. Ты ногами так не перешагивай, потому что грязь здесь сразу падает. Не надо руками, не надо. Смотрите, вы друг другу подсказываете. Кто-то забудется, начнет где-то лезть куда-то, куда не надо. У нас приехала девочка, она не наша, не лагерная. Пошла сыра. По сырости нельзя ходить по бому. Упала и руку сразу сломала.
не наша. Приехала издалека тут своим к родственникам. Ну, ни слова не говорит. Должна была благословиться. Босиком, не в чулках, при сухой погоде. Все правила нарушила и получила. А дальше еще в больницу. Листы не хотел, пришел. Так, полное, абсолютное молчание. Вам подадут. Сидите, ждите. Сначала взрослым дают, потом самым маленьким. Передай. Передавай. Не урони. Держи крепче. А потом уже остальным. Так вы больше не ходили? Ну, сейчас вот я хотела, я думала, вы уже...